Всем привет, продолжаем прохождение Mad Max, Безумный Макс. Это вторая часть, и всем приятного просмотра. А вот и укрытие. Отличное место, где можно собрать машину. Да, неплохое место. Но слишком приметное какое-то. Такая колбасинь валяется здоровая. Винт еще тут такой. Ладно, посмотрим. Погнали. Ну знаете, что я хочу? Идем, идем, святой. Тебе еще многое нужно увидеть. Знаете, что я хочу? Я хочу сгонять к тому винту сзади нас. А потом туда. Давайте попробуем. Что это за место? Это крайние могилы. А вон там великая белизна. Древнее морское дно? Я не уверен. Но мы точно в низине. Ниже некуда. Белизна. Бесконечная белизна. Это пустыня, вот это дно океана. Вот сюда, по-моему. Да. Погнали, сгоняем. Вот там наверх еще можно куда-то, но это потом. Черного на черном больше нет, святой. Все кончено. Контейнер. Здесь ничего нет, кроме костей и ржавчины. Ничего полезного. Что здесь? Закрытое убежище. Подождите, здесь двойное какое-то дно, что ли, получается? Ну-ка. А, нет. Смотрите-ка, что здесь. Чтобы открывать определенные контейнеры и двери, купить его можно в меню Макса. Слушайте, мы нашли кое-что. Запомним. Так, давайте. Я, может, спешу как-то? Мне просто это очень интересно. Там вороны летают вокруг этой горы. На вершине. Так, здесь что? И где мы вообще? Вон он, винт. Получается, мы... Да. Вот он, этот лагерь, который мы зачистили. Где мы провода искали для багги. А это вот это судно. Полностью ржавое. Ладно, здесь ничего нет. Я думаю... Хотя, подождите-ка, здесь контейнер открыт. Нет-нет-нет-нет. Нет-нет-нет-нет. Не падай! Ёперный театр. А, пройти мы можем. Сейчас поднимемся. Ну почему я туда не смог забраться? Сейчас еще раз попробуем. Придется бежать, правда. Да, беготня. Смотрите, какая пустошь вообще, не знаю. Опа, там блестело, видите? Блестит, где винт. Отлично. Сейчас туда сгоняем. Там, наверное, запчасти будут. И заберем. Ну вот и прибежали. Но почему я в тот контейнер не мог залезть? Я хочу туда залезть. Если туда, конечно, можно залезть. И опять куда-то начинаю исследовать по максимуму все. Я не знаю. Мне интересно, правда, это все. Но не знаю, как вам. Это же прикольно. Так. Здесь. Опасно. А, ну в принципе здесь можем. Можем, нет? Нет, не падай. Все, нафиг, хорош. Все, вылезли. Нет, не вылезли. Давайте не будем больше. А, как? А, ну да, все нормально. Все, здесь ничего нет, все исследовали. Забыли это место. Мне интересно там. Что это? Почему они там все летают? Намазано чем-то? Или где-то здесь будет вход? Ладно, погнали. Ой-ой-ой. Какое резвое. Так, здесь контейнер своеобразный.
Здесь нет ничего, кроме смерти. Лучше вернуться. Да, сейчас вернемся. Внимание, вы великое ничто. О, прикольно. Так, надо будет потом почитать. Воу. Здесь буря. Туда нельзя. Забираем, что плохо лежит, и уходим. Погнали отсюда. Великое ничто, оно, мне кажется, будет коцать сильно. По здоровью. Вот эти бури не очень. Где тут дорога? Вот она. Что-то машина вилять начала сильно. Не, нормально. Хочется исследовать эту пустошь по окраине. И здесь есть много чего. А, ну это как раз здесь опасно. Сюда не будем лезть. Там нашу машину разобрали. Ну, в принципе, недалеко. Итак, если ты готов, то пора двигать в священное убежище. Пойдем посмотрим, что это такое. Проходи. Проходи и взгляни, святой. Это мечта. Видение, ставшее былью. Ангел, воплотившийся в стали. Клянусь огнем, который движет поршень. Клянусь коробкой передачи и кривошипно-шатунным механизмом. Славься! Вот он, мой шедевр. А вот и он. Это не машина. Это ведро с гвоздями. Нет, нет, нет. Она божественное знание, вдохновение, дарованное небом. Она явила себя в этом мире. Смотри. Видишь? Видишь? Божественная суть сливается с карданным валом в симбиозе веры. Модифицирована и подогнана по мерке. Старая вера не ржавеет. Это классический турбобрат. О да. Пуленепробиваемый, устойчивый к нагрузкам. В религиозном экстазе улучшен мастером-жестянщиком. Во имя пружин, амортизаторов и электрических цепей. Мне нужно 8 цилиндров, не меньше. Да, все будет. Но сначала нужно добыть для нее прекрасный кузов. Покажи мне, где он. Да. Идем. Чем раньше, тем лучше. Идем, святой. Должны идти. Воу, миссия шедевр. Мы доводим ее кузов из странного и печального места, где покоятся колесницы древности. Я называю его кладбище. Но туда нужно идти глухой ночью, когда часовые стервятников уходят на охоту. Я так понял, здесь можно апгрейдить машину будет. Неплохо так. Блин, что-то ее виляет. Ну, баги тоже. Ой. Мало топлива? У нас мало топлива. Но, к счастью, в Гастауне есть божественный бензак. Поэтому горючки в этих краях хватает. Давай отыщем немного, чтобы добраться до кладбища. Так, бензин, короче, искать нам надо. Вот зелененькие, да? Давайте. Мы сюда заедем. Туда. Полные канистры. Давайте глянем. Ой, чё я все время вот привык? После ассасинов правую кнопку мыши зажимаешь, он бежит. О. Пусто. Зато запчасти. 81.
100%. А может еще что-нибудь? Нет? Нет. Да, тут все закрыто. Слушайте, прикольно сделано все. Если тут кто-то и был, он давно ушел и унес все полезное. Топливо может быть где угодно. Смотри в оба. Тут даже жар от движка идет. Пойдемте еще одно место посмотрим. О, какой большой железный ящик. Какие трофеи он хранит. Все, больше нет горючего. Камнями кидаются. Готовы. Быстро мы с ними. Хорошая штука парирования. Так, собираем. Да что ж тут. И да, скорее всего топливо здесь будет, но сначала давайте я осмотрюсь тут все. Наверху. Ау. И все. Уходим отсюда. Какая отличная находка. Нам очень повезло. Теперь у нас будет и бензин, и лом. Снова канистр появился. Вечное пополнение. Бензака. Заливай бак. До краев. О, небо, это полный бак. Давай возьмем побольше, чтобы дозаправиться. Или что-нибудь взорвать. Ну, давайте. То есть взрывать бензином можно, да, что-то? Хорошо, что тут бензин будет всегда. Так. Ага. А теперь... Валим отсюда, пока в логово не вернулись ночные охотники. Все, теперь можем продолжать путь. У нас полный бак. Интересно, насколько его хватит. Давайте миссию выполним. Недалеко. Эта буря началась. Никого нет. Ворота не охраняются. Бензат. Один бум, и они распахнутся настежь. Значит, сделаем бум. Ага. Там можно их таранить. И смотрим, что можем сделать теперь с этим. А, F поджечь. Все ясно. О, радость-то. Они открылись. Нам нужно поторопиться. Местные охранники убивают всех подряд. Да, машина у нас коцается. Аккуратненько надо проехать здесь. Дьяволы, охраняющие эти катакомбы, не любят чужаков. Ой. Куда я заехал? Одновременно хотел и туда поехать. Проклятые мины повсюду. Будь осторожен. Нифига. Ничего себе. Ох, нифига. Ну, вроде немного сняло, но сняло.
бой сейчас будет, дальше чувствую что-то жесткое. Такое ощущение, что у нас только одна скорость. Педаль в пол, вперед! Давай! На земле стервятников лучше не попадать в ловушки. Ой. Слишком близко. Жми. Ну, хоть так. Так, куда нам? Сюда. Стоп, а здесь что? А, здесь. Да что такое? Да ёлы-палы. Вон! Вон наш приз дожидается. Скорее. Единственный способ туда попасть — через пещеры. Поставь машину вон туда. Я опущу на нее кузов. Да, 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 да. Я наготове. Она тоже. О, любовь моя, снаружи ты будешь столь же великолепна, как и внутри. Он фанат так вообще машины. Воу. Там кто-то был с красными глазами. Не что-то, а кто-то. Вон он еще один. У них красные глаза. Я смогу спуститься вниз. Фонарь. Пригодится. Фонарик. Все еще работает. Фонарь 3, да? Понял. Хорошо. Ой, сколько там, смотрите. А там кто-то смотрит. Два глазна. Красных. Давайте заправимся водой. Ой, много тут. Нормально. Практически полные. О, да. Вот ты где, святой. И у тебя в руках весь мир. Но тебе нужно сделать выбор. Кто из них станет твоей невестой? Там еще и ремонтируют ее. Ладно, погнали. Прям мастерская какая-то. Выбирай и спускайся сюда, чтобы успеть унести ноги. Сейчас я запчасти тут соберу все. Место поживы 100%, отлично. Все, спускаем кузов. Выбрать кузов. Shovel Face какой-то. Wild Hunt. Wild Hunt. Слушайте, вот этот кузов, по-моему, был у Макса как раз. Черные. Черные, как он там называл их. Не знаю. Dead Rattle. И дальше по кругу. Да, не по кругу. В обратку. Я бы вот этот выбрал. В принципе, вот это тоже неплохо. Но вот это интереснее. Уху-ху-ху. Сколько всего интересного. Я этот выберу. Он был похож, как у Макса, в принципе. Такой же кузов.
А теперь разминка. Нажмите Space, чтобы уклоняться от особенно сильных атак, которые невозможно парировать. Продолжить, ясно. Так, так. И добиваем его. Ух ты, бомб прям прижал его. В парировании хорошо он. Кто еще? И добиваем этого. Готовы, клиенты. Святой! Она увезет нас из этого ужасного места. Быстро уходим отсюда. Помни про священный долг. Мы должны торопиться. Пошел, пошел. Пожалуйста, не дай нас поджечь. Тик. Чтобы прицельно выстрелить по уязвимому месту из дробовика, нажмите... А, вот как, чтобы выполнить бортовый таран влево или вправо, используйте ясно. Ага, продолжить. Жесть какая, какая жесть. А у нас патронов-то не хватит. На всех. Дикие. Да, да, святой. Это твари из подземного мира. Но подумай о трофее. Можно лом, в принципе, пособирать. Что было сейчас? Миссия пройдена, шедевр. Жестянчик называет его шедевр. Сейчас он не слишком похож на машину, но у него есть потенциал. Кузов мы раздобыли. Однако для того, чтобы привести эту груду металла в боевое состояние, придется потрудиться. Продолжить. О-о-о, слава небесам! Мы живы и выбрались с кладбища. Подожди. Что-то отошло. Я подкручу, если остановишься. Но можно и подождать до алтаря. Твой выбор. Принимайся за дело. У нас теперь кузов такой интересный. Так. А он долго чинит, да, получается? Sit tight. Так, ну я здесь, наверное, ничего не найду интересного. А, ты все, что ли? Ну, погнали. Я хотел там посмотреть. Так, кстати, надо было выключить фонарик. Ну, фиг с ним. Все, погнали. Так называемый храм. Луна. Смотрите, как интересно сделано. Так, и где мы? А, вот как мы. Ясно. Ну что, друзья, давайте закончим на этом серию. Давайте здесь осмотримся сейчас. Так, у нас кузов есть. Подождите-ка. Смотрите, на что это похоже. Это Австралия. Да, вот этот луч солнца.
через ту дырку ржавую, да, проржавевший остов корабля. Падает на эту схему. И получается Австралия, да? Это материк Австралия. Ну, мы же рядом с Австралией или по континенту, непосредственно континенту. Материку Австралии будем гонять. И на дне. Ладно, друзья, закончим эту серию. У нас получилось где-то на 25 минут. Псинка там лежит. Обязательно оцениваем видео, обязательно подписываемся. Всем счастливо, всем пока и всем удачи.